Ну что, привет, ребята! Это последняя серия Days Gone, которая является дополнительной. Что мы будем сегодня делать? Мы будем мочить орды, которых просто тьма. Смотрите, сколько их. Мы их сегодня в этой серии все замочим. Вот просто все убьем, всех, все живое на этом свете. И, получается, будем выполнять еще дополнительные задания, которые, ну, типа как сюжетные, тут дополнительные концовки. Есть еще, по-моему, их аж 4 штуки, если я ничего не путаю. Смотрите, сейчас объясню, какие. Подожди, стоп. Сюжетные линии, смотрим. Прохождение. У нас осталось «Никогда не сдаюсь», то есть линия Сары незавершенная. Встреча с Неро, незавершенная. Потом, получается, тут еще растерзанный, не завершено. Ты в безопасности, не завершено. Мы все не без греха. Линия Майка тоже не завершена, вы видите, да? Потом еще защита слабых. У меня два задания висит. Охотник на засады. Истребитель Орд, конец света еще. Охотник на мародеров, и, в общем-то, все. То есть еще такое приличное количество сюжетных линий, которые еще не окончены. Ну и, конечно же, сначала мы начнем с истребления ближайших орд. И затем, ну что, отправимся уже выполнять первое сюжетное задание. Нужно еще проверить вот здесь, смотрите, объект исследования Неро. Два штука. И вроде как больше объектов таких я не вижу. Да? Ладно, я отправляюсь, наверное, сначала вот сюда. Буду на месте, включусь. Да, Бобби, они как раз собирались съесть Джереми Гилбертса. Что сказать, цыпленок и правда молодой. Господи, это точно. Спасибо, что вернул его жену. Нет проблем, Бухарь. До скорого, отбой. Ну я уже подъезжаю, по идее, орда где-то здесь очередная. Давайте посмотрим. Слушай, парень-то добрался? Да, Дик. Он немного не в себе, но жить будет. Ну хорошо. Бухарь сказал, он даже вызвался дежурить на болотах. Веришь? Верю. Слушай, мне вот интересно, он тебя зовет, мэм? Да, ты откуда знаешь? Просто угадал. Пока, Рики. И вот сегодня я узнал. По идее, где-то они в пещере. Дик, это Рассел, я в Diamond Lake. Ты слышишь? Рассел, привет. Как дела, друг? А, небось, хочешь дать мне задание? Ладно, скоро буду. Отбой. Хорошо, вот и пошли очередные доп-миссии. Стоп, что-то есть. Еще один регистратор. Заметка номер 0988. Чем вы здесь занимаетесь? Я просканировала все 6 медбраслетов. И есть одно совпадение. Это точно пропавшие пациенты из Фервеллской лечебницы. Господи, хорошо, что они не сняли браслеты. Их родным будет трудно опознать. Дикон Сент-Джон, это Джеймс Уивер. Да. Если ты в наших краях, у меня к тебе дело. А теперь отойди. Уивер, привет. Постараюсь заехать. Я нужно направить в другую сторону. Извините, лейтенант, просто почему они остались вместе? Как они вообще столько продержались? В одних больничных рубашках. Да у них даже обуви нет. Сержант. И зачем, черт возьми, они вообще вернулись сюда? Они же уже ничего не соображали. Сержант. Нет, просто вот так разорвать себя на куски? Это же бред какой-то. Я не знаю. Давай несите их ко входу! Просто живо! Отвезем их в лабораторию. Ты, идите ко входу. К северу. Давайте. Отсюда поставьте быстро передвижной медпункт. Возле туннеля Белла. Доставьте их туда. Давайте. Ладно. Идем. Вытащим их отсюда. Живее! Живее! Вперед! На выход! На выход! Боже, я помню, Сара про это рассказывала. А я не слушал. Могли бы уехать раньше. Орда здесь точно должна быть. Должна рано или поздно возьмем появиться. Но видите, они, видимо, пока что покинули логово. Да, они покинули логово, и походу их нужно искать в другом месте. Да, они могут сейчас быть где-то вот здесь, теперь понятно, погнали. Это вот показано, возможно, их местонахождение. Но все равно не зря мы зашли, это та гигантская орда, помните, которую мы хотели подорвать.
Ну, вы поняли, когда там мы Железного Майка сюда притащили, и они шли по дороге, вот, и было предложение как раз-таки динамит использовать для подрыва Орды. Возьму, наверное, сразу пулемет. Конечно, у меня нет напалма, что хреново, но... Ну, что-то их тут, да, немало. Бежим, бежим, бежим. Давай, 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 давай. Что у меня еще есть из того, что горит? Ловушки нет. Вот. Пока неплохо, только нужно лечиться. Давай, 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 давай. Почти. Давай, давай, давай. Нужно сейчас сюда залезть. Я думаю, это мне поможет немного. Нет, не поможет. Не поможет, не поможет. Давай. Давай, давай, Дикон, Дикон, Дикон. Тикай, тикай, тикай. Черт, на, конечно, на открытой местности с ними воевать — это еще та жесть. Давай лечимся. Давай, давай. Все. Ну, в принципе, было несложно, но, честно скажу, даже когда несложно, напряжение есть. Еще трофеи. Следующая наша орда какая? Давайте посмотрим. А вот это, давайте. Получается, лагерь Железного Майка... Орда из Уэстфира. Хорошо. Так, ребят, кажись, орда нашлась. Она вот здесь. Мне кажется, что она в пещере. Я просто даже слышу уже звуки. Итак, наверное, я возьму это оружие. Пошли, выманим их. Подожди, что-то как-то по звуку на орду не похоже. Похоже на единичную особь. Но в любом случае проверим, потому что на самом деле орда может быть глубже. Я не знаю, насколько глубокая эта пещера. Давайте проверим. Ничего. Просто пусто. О, ребята, орда! Так внезапно вышло, если честно. Не ожидал, не ожидал. Ладно. Что-то, по ходу дела, она маленькая вообще. Даже, наверное, напалма не стоит на нее тратить. Да, я думаю, я так ее вынесу. И без напалма. Потому что половина уже вон все. Стухла. Тикаем, тикаем, тикаем. Все, это вся орда. Что-то прям наизяк, если честно. Это прям совсем простенькое. Да чтоб тебя, скотина ты такая. Ребята, успокаиваемся, успокаиваемся. Все, вы уже проиграли. Быстрее сдадитесь, быстрее все это кончится. Все. То есть вообще наизяк вынес. 30% уже все. Странно засчитали, хотя я еще не всех загасил. Так, ребята, орда поблизости. Я уже даже слышу звук. По идее, где-то здесь. Отличное место, кстати, чтобы на них напасть. Потому что есть где, если что, прятаться. Вон они, кажись, да? Ну, их там тоже вообще мало, я смотрю. Прям совсем немного. Да, нормально. Не очень много, быстро вынесем, очень быстро.
Оп, пошли, перезарядка. Быстрее, быстрее, быстрее сюда. Ну, здесь, наверное, напалм уже пригодится. Так, вон, все уже там прогорает, вся херня. Давай, 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 оп. Теперь давай наверх. Немножко, 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 спрыгиваем. Теперь давай сразу лечимся, хорошо, хорошо, хорошо. К сожалению, разбил я свою прекрасную дубинку, которая дамажит просто офигительно. И как видите, теперь приходится пользоваться кувалдой, блин. К сожалению. А в этот раз, смотрите, меня заставляют загасить всю толпу. Интересный поворот событий. Значит, все-таки это был какой-то баг, наверное, с подсчетом тел. Все, да. Неплохо, неплохо. 33%. Получается, смотрите, какая история, ребят. У меня вот здесь вот орды уже все закончились. Поэтому я предлагаю, наверное, давайте сначала на юг скатаемся. Как раз-таки у нас следующая орда неподалеку. Скатаемся на юг, а потом мы еще тут возьмем две миссии и так для разнообразия их выполним, хорошо? Пойдем вот так, сначала эту, потом вот эту, приедем в лагерь, возьмем два задания, выполним, и пойдем дальше здесь все вычищать. В этом районе тоже орд не очень много. Буду на месте, включусь. Итак, орда поблизости, ребята, я уже ее слышу, только не пойму, с какой стороны, погоди-ка. Где-то здесь, сейчас придется, конечно, пострелять, вот она. Ребятки... У меня для вас сюрпризик. И погнали. Да, это большая, это большая. Здесь уже, видимо, без напалма не обойтись. Берем, пошли. Хорошо. Не знаю, что-то, по-моему, дамага не нанес вообще. Погнали. О, хорошо-то как идет, да блин, а? Половину снял, половину... Черт! Есть, половину снял, ребят, все хорошо. Давай. Погоди, там еще можно взорвать кое-что, пошли. У меня есть просто отличная идея. Как все это провернуть можно? О, что-то ребята застряли. Давай поможем. Контрольную в жопу. Всегда помогает быстрее залезть в окно. Я, конечно, не проверял, но думаю, что так оно и есть. И вот это можно взорвать. Все, добро, погнали. Осталось чуть-чуть совсем. Так, стоять. Норм, норм. И где-то еще одно чмо бегает. О, здравствуй, дружочек. Оторвался от всех. Подожди-ка, стоп, это не все. Это еще не все, где-то есть еще. Наверное, залез в здание, да? Ты же здесь где-то, дружочек, пирожочек. А? А, у парня проблемы. Друг, чё-то тебе сегодня не повезло. Все норм, не? Давай, избавлю тебя от страданий. 35% уже. Улучшенный магазин для СМГ, СМП-5 точнее. Нужно будет потом его взять. Опять же, это если он автоматом не добавился в инвентарь мне. Было бы неплохо, чтобы улучшение само добавилось мне в инвентарь. А, ну все, что у нас дальше там по нашему плану? Вот здесь очередная орда. Ну я погнал. Она обитает где-то в этом районе. Мы ее как раз таки по пути в Крейтер Лейк и уничтожим. О, ребята, еще одна орда. Как я прям хорошо заехал сюда. У меня есть бутыль с напалмом. Наверное, нужно подкрасться и закинуть, ребята, бутыль прямо в них. Давайте попробуем это сделать. Я надеюсь, у нас все с вами получится.
Надеюсь, что получится. Они вылезли прямо отсюда, судя по всему. Надо будет проверить это место. Так, раз, два, погнали. Да, улучшенный магазин уже добавился. Посмотрите на иконку. Хорошо. Неплохо. Все, большую часть мы уничтожили довольно просто, кстати. Давай! Тихо. Довольно просто, ну конечно. Тихонько, давай дальше. Продолжаем, не останавливаемся. Уже почти у цели, товарищи. Давайте. Все, патроны кончились. Переходим на что-нибудь повеселее. Давай. Все, неплохо. Второй лагерь уже почти прокачан на максимум. Ну, в смысле, доверие лагеря, вы поняли, о чем я. Ну все, очередная орда повержена. Теперь давайте отправляться прямо в лагерь Crater Lake. Буду на месте, включусь. О! Еще один регистратор. Что-то я не хочу это слушать. О нет, отступать некуда. Некуда бежать, боец. Черт, не подходи к этой двери. Отсюда не выбраться. Нет выхода. О нет. Я серьезно. Это дезертирство. Куда бежать? Куда? Боже, помоги. Господи, вот это приверженность долгу. Итак, ребят, я уже на месте. Смотрите, здесь все потрепанное такое, капец. Нормально мы так погуляли в прошлый раз, да, судя по всему. Здесь даже, да, все изменилось, мне кажется. Этого вроде как... Не знаю, было, не было, но это странно. По-моему, все было несколько иначе. Как я понимаю, тебя выгнали из ополчения? Меня и всех остальных. Нет, я не скучаю. Слишком было похоже на родительский комитет. Это чем же? Слишком много самовлюбленных уродов, мечтающих порулить. Ну да, действительно. Хорошо, что с этим покончено. Хорошо. Дикон, береги себя. Согласен с тобой. Кстати, знаете, что самое интересное? Мы прокачали лагерь, ну, в смысле, доверие в лагере до третьего уровня. Так, продаем все. Деньги мне точно пригодятся. Теперь погоди-ка, где-то, по идее, там у нас должно быть колечко. Я думаю, что оно находится как раз-таки в... палатке Сары. Я за вас очень рад, только сначала, погоди, прежде чем мы отправимся в палатку Сагочки, давай-ка я сейчас куплю патронов, наверное, да? Дик, как жизнь? Да все огурцом. Эй, привет. Погоди. Как тебе жизнь на гражданке? О, все классно. Слушай, Коури мне нравился, норм мужик, но полковник... Вообще с головой не дружил. Он в конце будто совсем сбрендил. Ты тоже заметил? Да, было дело. Ну, этого дерьма больше не надо. А по лейтенанту Уитакер я скучаю. Она классная. Слушай, а что вообще с ней? Без понятия. Получается, еще оружие где-то здесь. Или погоди. Ничего не изменилось? Нет, ничего не изменилось, по-моему. Дик, черт. Полковник был тот еще жук, да? Вот уж по кому скучать не буду. Так ты теперь сам по себе? Не скучаешь по армейской жизни? Еще чего. Ненавидел всю эту лабуду ополченскую. Не, трехразовая жрачка и постель — это хорошо, но теперь я оставляю себе часть деньжат от продаж. Еще бы. Ты уж не обдирай их совсем. Кто, я? Да я воплощение честной торговли, дружище. Живое воплощение. Ну да, рассказывай, друг мой. Итак,
Это где-то здесь. Да, там ее палатка, как раз-таки. Никого здесь нет. Раньше еще был здесь этот идиот-полковник в одной из соседних палаток. А, по-моему, он был здесь, кстати. Вот они. Есть. Да, любимая. И ее кольцо нашлось. Круто. 100%. Получается, орда. Рамка. Это, видимо, для фоторежима. И еще, получается, да, ребят, покраска новая. Хорошо, вот очередная линия завершена. Но это еще не все. Есть еще. Погоди, что-то есть. Ого, Библия полковника. Потрепанная. Смотрим. Вот у нас очередное задание, охотник на мародеров. Давайте, я сейчас добегу, включусь. Так, ну что, я на месте, поговорим. Уивер, привет. Привет, Ди, как дела? Хочу спросить, наша ведьма... А, прости. Наша старушка, как она? Все еще работает над своим проектом? Но мы-то с тобой знаем, да, что она ни над каким оружием никогда не работала. Нет, Уивер, я этого не знаю. Знаю только, что ты просил меня помочь, и вот я здесь. Ладно, как скажешь. В общем, плохие парни устроили лагерь к юго-востоку отсюда, на 97-й трассе. Они убивают наших людей, нападают из-под тишка. У них оборонительная точка на крыше старой заправки. Я отметил на карте. Я сразу подумал о тебе, потому что туда надо тихонько попасть и вдарить внезапно. Ага, спасибо, конечно, что подумал обо мне, Уивер. А, да, я все сделаю. Мы тебе благодарны. Даже не представляешь, как... Да без проблем, где эта херня находится? О, как раз по пути у нас будет две орды сразу, да? И мы сейчас все это добро вынесем, конечно же. Круто. В таком случае я поехал. О, ребят, да. Чё-то как-то я так припарковался удачно. Совсем уж удачно. Но орда маленькая, судя по всему. Даже здоровье не отображается. О, нет, чё-то как-то нихера. Судя по размерам. Так, давай еще вот так. Бежим давай наверх. Давай. Черт, чуть не убили. Но орда маленькая, да. Орда прям очень маленькая. Тихо, стоп. Опа, встретил меня здесь. Внезапно. Все, что-то на изях, честно говоря. 40% уже готово. Поехал дальше. Там еще вторая была неподалеку. Орда здесь. Судя по звуку, она точно здесь, ребята. Так, что у меня все есть? Вроде как, да, в принципе. Этого должно хватить. Вот и все, почти всю толпу уничтожили уже. Точнее, не толпу, а орду как раз таки. Много времени не потребовалось на это. Неплохо пока, давай-ка перезаряжаемся. Сейчас добьем. Твою мать! Вырвался, черт, там что-то было, какая-то, видимо, какое-то бревно, судя по всему. Come on.
Раз. Два. Три. Беги сюда, говнарь, давай. Но это еще не все, вон еще. Не, винтовка классная, мне нравится. Прям так даже приятно очень стрелять. Но долго перезаряжается, конечно. Друзья, навеки одна жизнь. Это получается, видимо, я три лагеря прокачал до максимального уровня. По идее, да. Хорошо. Получается, у нас тут еще одна орда есть. Давайте сначала тоже с ней разберемся. Вот. И потом как раз-таки двинем вот сюда выполнять задание «Охотник на мародеров». Буду на месте, включусь. Так, ребят, вижу орду. Все неплохо. Готовимся. Погнали. Да сука. Вот хреново то, что на открытом пространстве, ребят. Это вот прям проблема, на мой взгляд. Давай куда-нибудь в бок отбежим. И нам нужно побольше прям толпу собрать. И потом я кину фугас. Неплохо, неплохо. Теперь давай-ка сюда. И сейчас бутыль с напалмом пойдет в действие. Да ёб твою мать. Давай, 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 давай. Дикон, не тормози, не тормози. Я тебя прошу. Давай, давай куда-нибудь наверх залезем. Неплохо. Давай. Да чтоб тебя. Да чё ж вы делаете-то, ёб вашу мать. Беги. Сейчас развернемся и начнем палить. Давай, раз, два, три. Блин, у меня закончились аптечки, кстати. Ну, вроде смогу справиться, наверное, я смогу. Черт, погоди, стоп, должны быть еще аптечки. Да, вот, есть микстура, все-таки есть она, да. А, еще можно бинт создать и сразу, наверное, использовать. Все, неплохо, неплохо, неплохо. Готова очередная орда. 45%, уже почти половина. Почти половина, ребята. Еще... О, ёб твою мать, еще тебя здесь не хватало, урод. Но я думаю... Их двое! Ёпперный театр! Но этой пухи довольно серьезный дамаг, кстати. Ну ты сдохнешь или нет, а? Ну что ж за дела-то? Слушайте, что-то дичь какая-то. Они прям вообще неубиваемые там. Я смотрю. И последний остался. Он зашел в дом. Видимо, отдохнуть на мягком диванчике, судя по всему. Дружочек, нет, так не пойдет. Начали, надо заканчивать. Тук-тук. О, еще собачью игрушку нашел. Ха-ха. Стоп. Ну вот как ты выживаешь, твою-то мать, а? Ну вот как это возможно? Вот как, объясните мне?
Я там не знаю, я уже там в него сколько патронов всадил, и эта херня по-прежнему живая. Я думал, что сильнее громилы никого нет. А оказывается, есть. Хотя, по идее, по логике вообще вещей, громила так-то должен быть покруче этой твари. Все, ребят, поехал я к лагерю мародеров. Уивер, я здесь. Да, сразу видно, парни нехорошие. Видишь, я же говорил, нужно... Да что ж такое, чё вам надо-то от меня, а, ребята? Прекращайте. Сейчас испортите, идите колотить. Все веселье мне испоганите. И ты, дружок, чё там стоишь? Иди отсюда, все. Видишь, я же говорил, нужна помощь, прислать к тебе людей. Да, порядок. Ну что ж, удачи тебе, огонь. Перезарядка, да, оружие, конечно, просто прекрасное. Погоди, вон там тварь одна. Раз. И вон там еще одна тварь, даже две твари наверху. Нет, это просто елочка была. Стоп. Ну, покажись, тварь, ну. Есть. Перезарядочка. Еще шесть, ребята. Еще шесть где-то прячется. Там наверху, да, один? Стоп, и еще внутри. Винтовка мне очень нравится. Черт, я прям кайфую, вот на полном серьезе. Так, ну ладно, давайте по-плохому. Хотели по-плохому, давайте. Все, давай как к ним поднимемся и развлечемся. Два человека осталось, они как раз таки наверху. Но патронов уже у меня нет. Как раз таки, ребята, два. Как думаете, хватит на них обоих или нет? Ну, ты попал. Нет, это не я попал, друг мой. И осталась девчонка, да? Девочка, выходи. Ну? Все. Ну, все, что ли? Господи. О, выполнено. Хорошо. Сурок. Ух ты, новое оружие. Нужно проверить будет. Сент-Джон, охотник на мародеров. Круто. Появилась еще одна, ребята, сюжетная миссия. Смотрите, во благо других. Это у нас как раз-таки насчет Майка. Но мы потом уже скатаемся. Сначала закончим все дела в этом районе. Осталось здесь раз, два, три, четыре. Шесть орд в этом районе. Да, и потом мы отправимся обратно в лагерь Lost Lake. Давайте, буду на месте вот здесь и включусь сразу же. Уивер, все готово. Дик, ты всех убил? Я же сказал, все готово. Ладно, друг, я обновил твой счет. Что бы мы только без тебя делали. Спасибо еще раз. Так, товарищи, так, где-то здесь есть орда. Хотя, может быть и нет, но мы проверим, потому что, по идее, вот здесь ареал их обитания. А, ребята? Ребятушки? Нет, здесь просто, по ходу дела, толпа орды, я что-то как-то не вижу здесь. Поехали дальше, это все херня. Я даже не буду, наверное, по стрелушке устраивать, погнали дальше. Следующая у нас где-то вот здесь. Да, вот она. А вот это уже орда, как раз то, что нам и нужно. Ну чё, сукины дети, погнали? Во, ну это такая немаленькая, ну относительно, понятное дело. Так, собираются, вижу. Блин, херово, не долетело.
Так, давай-ка куда-нибудь отбежим подальше. Пускай, пускай, пускай. Оп. Хорошо. Давай вот так вот. Пока неплохо. Стой, беги, беги, беги. Надо сразу лечиться. Вот так. Да чтоб тебя. Что ж ты, блин, не стреляешь ни хрена. Давай, 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 Дикон. Черт, как же тяжело сражаться реально на открытой местности. Да чтоб тебя. Да блин, что ты не стреляешь? Вот иногда после переката нажимаешь стрелять, а он не стреляет. Да едить колотить, секундочку. Есть одна идейка. Вот так. Давай, 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 давай. Беги, 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 Дикон. Все норм, хорошо, хорошо, неплохо. Тихо, тихо, давай сюда сейчас направо. Уже прям немножко осталось. Что-то прям игра уже тормозит конкретно. Видимо, нужно перезапускать. Просто, чтобы вы понимали, запись идет уже 2 часа почти. Прям так все застопорилось, вы знаете, прям за секунду до. Забавно достаточно. Кстати, там, по-моему, мне дали новый уровень, поэтому я предлагаю что сделать. Что-нибудь прокачать. У меня там осталось буквально 3 навыка, да. Поэтому сейчас мы их все будем потихоньку выкупать. И по идее за это дадут трофей в конечном счете. Следующая у нас орда по счету, это... Следующая у нас орда по пути, это орда вот эти три, точнее. Не одна, а три аж. А потом поедем, ребята, сюда, и здесь очередное задание «Защита слабых». Хорошо. Давайте начнем с этой, с крайней, да, буду на месте, включусь. Опа, не понял юмор. Мало боеприпасов. Почему-то появилась полоска ХП, хотя орды я еще не видел. Это довольно странно, кстати. Причем эти твари были с орды, судя по тому, что здоровье снеслось. Погоди, стоять. Нет, орды здесь никакой нет. Не, ну так по мелочи-то я вижу, но в целом где орда? Что за бред? Что происходит прямо сейчас? Слушайте, что-то какая-то херня. До орды я еще вообще не доехал. Или это какая-то другая? Может быть, какая-то другая? Вот смотри, вот ближайшая ко мне, это вот эта херня. Опять здоровье исчезло. Что это было, не совсем ясно. Да, вот. Зашибись, я зашел на огонек, конечно, да? И у меня ни хера просто нет. Надеюсь, орда небольшая. Орда большая. Так, ладно, сейчас что-то будем соображать, ребят. Сейчас что-то придумаем. Ну как, относительно, плюс-минус большая, да. Надо было сначала полутать, черт. Короче, сейчас, походу, схватка будет сложной. Давай куда-нибудь повыше, наверное, заберемся. Надо что-нибудь, что горит или взрывается. Было бы неплохо, должен вам сказать. Так, погоди, по ходу дела орда отстала от меня, что как бы очень радостно, должен вам признаться, но это еще не все, это не победа. Мы еще и близко не победили. Где они? Куда они пропали? Не пойму. Эй, уроды! Я же здесь, сукины дети! Они решили, видимо, пожрать пойти опять. Вы чё отлыниваете от своей работы, ребята? Надо людей кушать живых, они вкуснее.
Чё-то, короче, орда вся разбрелась, не пойми, непонятно куда. Вы чё, ребят? Я рассчитывал на интересную схватку. У меня патроны вон заканчиваются. Чё, идут они там? Но это все орда, ребят, потому что здоровье-то заканчивается, смотрите. Да. Да? Нет. Чё-то нифига не пойму, что происходит. Так, ладно, пошли к моему мотоциклу сначала. Там должны быть патроны. Возьмем патроны и сможем их загасить. Это очень странно. Я не понимаю, что происходит прямо сейчас. Где вся орда? Куда она внезапно пропала? Провалилась сквозь землю, что ли? Я не пойму. Да, часть ушла сюда, я вижу. Вот, да, да, да. Вот они здесь. Ну, хорошо. Частично, по крайней мере. Но здоровье не сносится. Чё-то фигня. По ходу дела что-то сломалось, да? Или сносится. Да, вроде сносится, но я не могу понять, что за фигня. Первый раз такое. Ну что-то затупил искусственный интеллект, судя по всему. По ходу дела, да, потому что я стрелял, по сути, рядом с ними, а они никак не реагировали на выстрелы. Очень странно. Так. Честно говоря, думал, сложнее будет. Погоди, где-то еще впереди должна быть толпа. Ну, не толпа, а орда. Еще несколько должно быть врагов, точно. Да, вот они, остатки. Я не понимаю. Тут понятное дело, как вообще эта херня работает. Как такое количество, скажем так, врагов одновременно грузится на консоли, да? Понятное дело, что они все прогружаются со временем. То есть, когда мы видим огромную толпу, там не все. Там не все фрики находятся в ней. Они, пока мы их мочим, просто одни заменяют других. И, видимо, они появляются, ребята, в конце. В конце этой самой орды. И мы этого не замечаем, подгрузку я имею в виду. Очень хитро это сделано, конечно. И, видимо, что-то сейчас произошло, что, вот видите, какой-то косяк. Часть орды мы загасили, а часть почему-то прогрузилась на месте их обитания. Я так, ну, я просто так рассуждаю, потому что, ну... По-другому просто как это объяснить, я не знаю, вот честно. Поэтому я ищу какое-то логическое объяснение того, что сейчас произошло, потому что это ненормально. Ладно, ребят. Итак, что у нас имеется? У нас имеется еще здесь дохрена орд, но патроны у меня уже подошли к концу, поэтому нужно возвращаться в лагерь. Поэтому сначала давайте выполним очередное задание дополнительное, а потом будем гасить остальные орды, да? Здесь, опять же, по-прежнему три орды, ребят. То есть, видимо, я еще просто не всю карту открыл, и поэтому не все орды подсвечиваются. Я тебя понял. Значит, здесь орд больше, чем мы с вами прямо сейчас наблюдаем. Ну что ж, я на месте. Давайте возьмем очередное задание. Спасибо, что откликнулся. Что тебе нужно, Уивер? Брат, одного из наших взяли в заложники. Девушку, Мелинду Фостер. В общем, она патрулировала нашу восточную границу вдоль 97-й трассы. Попала в засаду, двое сумели вернуться, а саму Фостер забрали. Мелинда Фостер, она была сержантом, да? Да, да, была. Но на всю эту хрень с чинами она забила, как и мы. Я отметил на карте место, где ее видели в последний раз. Верни ее, Дид. Черт, я постараюсь. Понял тебя. Сейчас все сделаем. Где это находится? А, тут неподалеку получается, да? Хорошо. Кстати, там взял новое оружие из того, что открылось. Там получается оружие 5-го уровня, спецназ. Вот оно. Короче, штука довольно-таки убойная. Это автомат. И там, по-моему, еще один автомат открылся. Короче, прикольно. И меня, знаете, что поражает? Я читал пару рецензий как-то. Там от пользователей, там, которые писали в стиле что-то. Игра там, типа, не вознаграждает тебя за выполнение вот подобного рода заданий. Что за чушь собачья? Во-первых, опыт. Во-вторых, бабки. В-третьих, тебе дают новое оружие, которое купить невозможно. Это ли не вознаграждение, достойное за прохождение дополнительных заданий? Вот что мне интересно. Короче, порой, вот, серьезно.
читаешь то, что люди пишут, и вот такая тупая херня. Вот реально, что-то вот не понравилось в игре, да, там, типа, и вот что-то из-за чего-то сильно игру не взлюбили, и вот надо ли найти любой, сука, повод, чтобы засрать, понимаете? Я понимаю, что негатив могла вызвать техническая сторона игры, я это прекрасно понимаю, у меня самого вызывает этот момент довольно-таки серьезный негатив, вот честное слово, но... Как бы, если вам не нравится игра из-за технической стороны, то вы так и напишите, зачем выдумывать из головы какую-то чушь, чтобы придать веса своей ненависти. Вот что мне непонятно, если честно. Короче, ладно, я сейчас давайте подъеду, включусь. И еще не мешало бы знать, что сделать разработчикам. Как-нибудь спатчем бы... Это наверняка ее. Как-нибудь с патчем бы добавить такую херню, что можно покупать гранаты сразу там, ну, по несколько штук. А не по одной, потому что реально по одной это очень долго и бесит, пипец. А, это тот, которого мы спасли. Чуть не застрелил его, молодец. Было бы забавно, да, спас, а потом пристрелил, чтобы он не мучился. Уивер, в лагере пусто. Она должна быть там. Да, я поищу. Но смотри, опять же, здесь закрыто. Что самое странное. И получается, здесь мы никак не пройдем. Значит, должен быть обходной путь. Правильно я рассуждаю, да? Это же самое логичное, что может быть. Попробуем как-нибудь вот здесь вот залезть. Это можно вообще сделать? Да, можно, вижу. Я на месте, вроде как. Куда же все делись? Мне кажется, это засада, ребята, поэтому я, наверное, возьму глушитель лучше. Ибо на карте, вон, видите, уже подсвечивается, что кто-то есть, кто-то враждебный. Тук-тук, мазафака. Давай, открывайся, открывайся. Стесните его! О, черт, ты творишь? Он что, побег? Да, штука, конечно, клевая. Мне нравится этот автомат. У него реально убойная сила просто чудовищная. Видимо, да. Трудовые будни. Так, давай-ка сейчас быстренько всех облутаем. Просто за это тоже трофеи дают. И облутать там, ребята, нужно, знаете, сколько? Больше 500 трупов. Это просто застрелиться можно. Так что давайте-ка сейчас быстренько всех так вот беглым взглядом, беглыми ручками пощупаю. Хоп. Все, открываем дверку. Не так уж трудно. Угу. Я ее убью. Нет. Не убьешь. Ну что, сержант, как у вас тут дела? Боже мой, спасибо. Дела отлично. Лучше некуда. Вас подвезти обратно? Вы видели снаружи байк? Или эти скоты его разобрали? Нет, нет, он еще там. Тогда я сама. Сент-Джон, верно? Спасибо. Я доберусь обратно. Успехов тебе в этом нелегком деле. Получается, осталась последняя миссия подобная и все. Со всеми допами мы покончили вот этими. Получается, смотри, у нас, да, в этом месте как раз-таки, вон, видите, работа в лагере написана, последняя работа осталась. Что можно сделать прямо сейчас? Ну, наверное, я предлагаю быстренько сгонять вот сюда, давайте загасим хотя бы еще одну орду. Ну как, блин, хотя что я рассказываю, для вас-то это еще не конец. Я просто сделаю, наверное, потом для себя перерыв, просто, ну, уже больше 2 часов запись идет, нужно как-то перекурить. А тут, да, тут много езды, там много поисков, и я хочу это все за одну серию закончить, неважно, насколько длинной она будет. Материала, судя по всему, будет заснято часов, наверное, на 5-6. Монтировать, скорее всего, буду несколько дней все это добро, но зато мы, скажем так, сразу одной большой дополнительной серией убьем всех зайцев сразу. Вот и все, я считаю, так будет лучше гораздо. Все, поехал. Уивер, это Дик. Я ее нашел, она возвращается. Отлично. Спасибо тебе. До связи. Я попозже о ней справлюсь. Отбой.
Уивер, ну что, как она? Она жива. Благодаря тебе. Я твой должник. Ага, если еще что понадобится, обращайся. Пока, Уивер. Да, она здесь. Давайте развлекаться в таком случае. Я подготовился. Что-то как-то маловато я здоровье снял. Скажем так, напалмом. Видимо, там такая нормальная ордочка. А, нет, все-таки маленькая. А я думал, будет побольше. Было довольно просто. С напалмом это все выносится на раз-два, конечно. Напалм я люблю. Напалм реально крутая штука, ребята. Ладно, я, наверное, сделаю перекур. И встретимся уже, ребята, у этой орды. Так, ребята, я почти на месте. Где-то здесь должна быть орда. Место номер раз находится внизу. Было бы круто на самом деле, если бы это было так, но это так не будет. Ибо было бы слишком просто. Нет, ребят, нет, нет. Место номер два. А, она тоже внизу, да? Но здесь толпы нет. Видимо, точнее, орды перепутал. Это разные понятия внутри игры. Смотрите. У нас там вроде как пещеры, и, скорее всего, эти твари именно там. У меня есть противопехотные мины, если что. Манок, погоди. Бомба-манок. Кстати, можно создать. Раз, два, три, четыре, пять. Пять штук, замечательно. Здесь у нас, смотри. Бомба с дистанционным подрывом. Раз, два, все. Бомба с датчиком приближения. Ну все, погнали. Смотри, давай-ка мы сейчас все заминируем. Если толпа там сначала, давайте... Ой, орда точнее. Если орда там, тогда мы подготовимся, да? И будем их как раз-таки заманивать на ловушки. Я думаю, это будет круто. Да, они здесь. В таком случае, раз. Два-с. Теперь вот тут. Выманиваем их. О, хорошо было. Подходим, ребята, подходим, не стесняемся. Блять! Нихера себе я упал. Чё-то не заметил. Получил новое очко навыков. Вон идут, вижу. Тикаем. Не, прикольно выглядит, конечно, очень прикольно. Пускай подходят поближе. Давайте подожжем снег. Тикаем, тикаем, тикаем. Уже почти все. Неплохо. Перезарядочка. Перезарядочка. Давай, 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 Дикон. Все. Почти. Замечательно. Прям за секунду до опять. Неплохо, пока неплохо. 55%. 55, ребят. Только чуть больше половины. Нам еще много чего предстоит. Опять же, у нас там еще, пока я бегал, открылось новое задание. Я не из упокоителей. О, здравствуйте, ребята. Сейчас покажу, секундочку. Все, готов. Смотрите. У нас здесь во благо других, и получается, ты в безопасности, я не из упокоителей. Видимо, это финал истории Лизы. Замечательно, тоже все узнаем. Сейчас пока еще вот здесь в горах почистим, а потом, да, я думаю, сразу отправимся обратно в лагерь Крейтер Лейк. По идее, орда очередная прям рядышком. Прямо рядышком. Хорошо, отправляюсь. Опа! Здрасте, здрасте, здрасте! Мы уже на месте, получается, да? Так, у меня есть граната осколочная, коктейль молотова, и опять же, напалм я создать не могу, хорошо.
Тогда я беру, как обычно, бомбу-манок. И давайте снова развлекаться. Заманим толпу, пускай частично толпа подорвется. Как на это приятно смотреть, черт побери. Теперь погоди, давай вот так. Хорошо, и вот так давай подкинем. А теперь погнали развлекаться. На самом деле орда не очень большая, уже половину, считайте, снял. Только опять же, проблема в том, что открытое пространство, ребята. Открытое пространство — это не всегда хорошо. Потому что толком прятаться негде от них. В случае чего... О, там еще с той стороны кто-то прибежал. Замечательно. О, что-то есть впереди. Может быть, как-то поможет оторваться от них подальше. Неплохо, бежим, бежим, бежим. Так, ребятки, подходим. Свежий пиздюря здесь. Причем совершенно бесплатные. Ну, для вас бесплатные, для меня сумасшедшие деньги, конечно, это все стоит. Патроны нынче дорогие, поэтому налетаем усердно. Пока такое щедрое предложение. Тихо, 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 тихо. Все, то есть на изях. 58%, еще много. Поехали в лагерь. Но получается, опыт уже не дают. Видимо, ребята, осталось получить последний навык для того, чтобы прокачать... Для того, чтобы получить ачивку, я прав? Потому что это все последний, да? Вот, вижу. А, нет, еще один остался. Странно, почему тогда опыт не отображается за убитых врагов? А, подожди, стоп, у меня 2 очка навыка еще есть. Что-то я только сейчас заметил, охренеть. Все. Но при всем при этом еще одно очко осталось. Это довольно странно, потому что... Я, кажется, знаю, почему за предзаказ, там особого издания, несколько навыков уже прокачано. А, точно, 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 ребят. Все, получается, мы прокачались до максимума с вами. Теперь я отправляюсь в Crater Lake. Ну что, как тебе теперь живется без сержантских нашивок? Я думаю, нормально. Честно говоря, скучаю по капитану Коури. Он всегда был добр ко мне. Да, да, я тоже. А что насчет тебя? Скучаешь по ополчению? Я бы сказал, определенно нет. Ясно. Да. Понятно. До свидания, Дикон Сен-Джон. Эй, Дик. Ну, Дик, как же ты без «да, сэр» и «нет, сэр», а? Скучать будешь, а? Ну, как бы, вряд ли. Да и я тоже, если честно. Хотя, знаешь, мне наверняка захочется еще покомандовать твоей тощей задницей. Ой. Знаешь что, этого и мне будет не хватать. Оказывается, что Лиза, опять же, в Лос-Лейке находится, поэтому мы до нее не доберемся пока что, так как я хочу сначала убить все орды в этом регионе. Эй, Лук, так что, ополчения больше нет, да? Что думаешь? А я по нему даже скучаю. Я же был сержантом, знаешь. Ну, привилегии кое-какие, все такое. Ну, чего ж там, жизнь продолжается. Это точно. Ну, смотрю, ты сам быстро красную повязку потерял. Но я тебя ни в чем не виню, если подумать о том, что произошло. Мародеры пошли на фригов! Флаг вам в руки! Забавно, забавно. Кто кого? Кто кого? Давайте. Правильный ответ — это я всех. Почему? Потому что я могу. Итак, мы приехали на место.
Это их логово. Сейчас... Блядь! Сука, напугал! Раз. Вовчонок. Где еще? Чё-то там до хрена их, я смотрю. Это все? Нет. Вон еще идут фрики, но это херня. Подожди, нам нужна... Это основная банда. Наверное, они либо сейчас в пещере, либо нет. Хотя, если бы были в пещере, то, наверное, меня бы уже услышали, правильно? Я же правильно рассуждаю? Нет, неправильно на самом деле, потому что здесь проблемы с искусственным интеллектом. И искусственный интеллект порой не палит тот факт, что я нахожусь рядом и всех мочу, понимаете? Поэтому нет, логика неверная, абсолютно. Вот так, кукусики, кто-нибудь есть дома? Как я и предполагал, изначально, ребят, нихера здесь никого нет. Но судя по тому, что такая пещерка, я не думаю, что орда будет слишком большая, поэтому разделаемся с ней довольно быстро, особенно учитывая то, что у нас есть гранаты. Угу, угу. Так, смотрим. Ой, ёб твою мать, да что ж ты будешь делать? Погоди, где эта тварь? Пошли ее грохнем, потому что она меня бесит, вот честно. Все, фаталити в жопу. Теперь тут. Дружочек. Так, орда здесь. Да, вот, вот, все, они прибежали, хорошо. Но мне нужно, чтобы они собрались, как бы, скажем, собирайтесь, дети, в круг, будем танцевать. Ха-ха-ха. Так, тихо стоять. Хорошо. Неплохо. Тоже зашибись, по-моему, да? Вон, еще пускай собираются. Пускай собираются в толпу. И сейчас мы будем их гасить. Давай. Неплохо. В принципе, неплохо. Сейчас добьем оставшуюся толпу. Девушка, не стойте на морозе. Чё-то как-то они там разбрелись так неудачно на самом деле. Кучка их было бы куда проще убить. Баба! Красотища! Так, перезарядка давай сразу. Красиво полетел. На десяточку. Вон последние трое. Ребятки, вы куда? Все лежат здесь. А, нет, стоп, ты даже меня обманул. Ты спрятался. Ух, какой хитрый. Там что-то завис. Там что-то завис индикатор, странно. MG-55, это новый пулемет, ребят, по ходу дела, да, да. Надо будет его задействовать, я думаю, что он гораздо лучше, чем тот, что у меня. Мне прикольно, что дают новое оружие, и еще прикольнее то, что они теперь, по сути, что делают? Они делают эндгейм, и ты, по сути, можешь пользоваться всем этим. То есть это не просто, знаете, как вам сказать... Это не просто у вас остается, типа, вы выбили, типа, и все, и оно лежит. Новые игры плюс пока что еще не добавили. Вот, но добавляют разную активность, там, бесконечные орды, всякие там испытания. И как раз-таки для этого это оружие ты выбиваешь. Кому вот не хватило геймплея, да, который уже был, могут, в принципе, продолжать играть. И с новыми пухами проходить по-разному как-то, да. Я еще, конечно, жду NG+, потому что я бы ее с удовольствием прошел еще и на выживание. Там добавили пару трофеев, я бы, наверное, добил бы. Я сейчас хочу платину выбить, да? Может быть, вы даже и увидите, как я это сделаю. Вот, я платину выбью, а потом как раз-таки возьмусь за... Скажите, я вам скажу. За прохождение на выживание. Но, понятное дело, для канала уже делать не буду, потому что я вам уже все показал, зачем это делать еще раз. Это пустая трата времени, вот. Скажем, для себя еще разочек
Я бы прям с удовольствием это сделал и сделаю. Погоди, где еще одна орда? По идее, это последняя здесь. Да, это третья орда из трех. А здесь у нас, смотрите, здесь все 13 орд уничтожены. Получается, следующий у нас регион для зачистки, это... Вот здесь одна орда еще есть, вот она. И там еще объект исследования Неро. Здесь все зачистили, и получается, у нас остаются орды только в этом регионе. Я думаю, что мы сегодня справимся. Ладно, я поехал, ребят, давайте, буду на месте, включусь. Так, орду вижу, начинаем. Да, у меня есть напалм, хорошо. Ребята, специально для вас, только сегодня, специальное предложение. Горящие пуканы по скидке 80%. Твою мать! А, там нет толпы, мне показалось. Етить, колотить. Здрасте, здрасте. Что ж такое-то, етить, колотить? У меня ничего, что взрывается, нет. Вот это уже печально, конечно. Подожди. Ну ладно, погнали. Большая толпа. Орда, точнее. Большая орда, ладно. Ну, патронов хватит. Патронов хватит, это как бы не проблема. В этом плане переживать, конечно же, не стоит. Переживать стоит, куда деваться, вот о чем. Да, очень медленно здоровье сносится. Мне бы не помешало то, что взрывается. Но такого у меня, к сожалению, нет сейчас. Вон с той стороны они разделились. Черт, я сам себя гоню в ловушку. Блять! Все, забили. Черт, блин, сам себя загнал в ловушку. Они разделились. И я побоялся бежать к той орде. Хотя, наверное, стоило. Я бы там мог по берегу, да, как-нибудь там интересно зарулить. Ладно, еще раз. Так, я на месте. Ну что, давайте развлекаться. В этот раз я подготовился, взял новый пулемет. Есть напалм. Теперь погнали, ребята. Погнали. Неплохо. Половину снял. Все уже, то есть как бы... Даже особо париться не пришлось. Секундочку. Где у нас пулемет? Вот. Ух ты, ёптысь. А штука-то довольно скорострельная, кстати. Дамаг немного выше на самом деле, зато скорострельность просто чудовищная. Давай. Бежим. Ну давай же, идите колотить. Отходим. Давай куда-нибудь сюда. Блять! Черт! Что-то эта орда какая-то слишком прошаренная, вам так не кажется, нет? Че? И с той стороны, да вы что, охерели, мать вашу? Что-то какая-то прошаренная, она все время делится. Охренеть, ну она гигантская. Прям гигантская, пипец. Давай. Оп. Беги. Ну давайте, суки. Выглядит, конечно, очень внушительно, когда они начинают... падать откуда-нибудь, да? Прикольно, на самом деле, сделано. Разработчики, конечно, красавцы. Заставить такое работать грамотно, на самом деле, очень сложная задача. Давай, дикон. Давай, еще немножко. Да что ж ты будешь делать? Не дают нормально пострелять. Давай. Еще немножко.
Черт, что-то потная битва какая-то, очень потная. Давай, 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 давай. Перезаряжаемся. Да ядрить, колотить. Не могу нормально простреляться. Да это херня, переживем. Самое главное, чтобы их совсем мало осталось. Ну там уже вон писечка совсем. Давай, давай, давай. Так, впереди вроде никого. Но там, если что, можно патроны пополнить, кстати. Так, окей. Неплохо, неплохо, неплохо. Подходи, дружище. Но это еще не все. Подожди, где-то есть еще. Там, видимо, отстали где-то. Секундочку, сейчас будет обидно, если не, если не засчитают, ребят. Это будет капец как обидно, потому что битва была, скажем так, не из легких. Где я бегал? Ищем, ищем орду здесь, остатки ее. Вы представляете, если не засчитают? Это же я... Вон, вижу, 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 вижу. Кого-то вижу, да? Или мне показалось? Дружище? Нет, 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 нет. Не может такого быть. Где последняя тварь? Или сколько их там осталось? Эй! Да ну вы бросьте, подожди, стоп. Такого не может быть. Я же всех убил. Что за херня? Ну здесь никого, все. Я даже никого не слышу. Вот это папандос, етить колотить. Подожди, мотоцикл мой вот там, я остановился перед ордой. Значит, орда должна быть еще там, по крайней мере, ее остатки. Где-то они должны быть, они могли пройти вперед, эти остатки самые. Вон там пещера, может быть, в пещере где-то есть еще, да? Блин, пожалуйста, скажите, что они там. Потому что если их там не будет, это просто застрелиться можно. Ну я никого не слышу. Эй! Ну не может такого быть, блядь, серьезно! Разработчики, вы что творите? Где последняя тварь? Все, просрали все, да, по ходу дела? Зашибись, все, ребят. Все просрали. Все просрали, блядь. Она сейчас отреспается заново, блядь. Ну что это за бред? Там же никого не было, блядь. Сука, если там будут остатки, то окей, я еще прощу разрабам такую херню. Если нет, просто идут нахер. У меня вообще ничего нет, чтобы ее одолеть, понимаете? В чем вся проблема? Просто нет ни хера.